не знают, есть автобус, нет, время 10 минут первого. Очень сильно рискую. Видите, как очково, да? На последний поезд опоздать. Я сейчас планирую в аэропорт приехать, я не знаю, первый час. Должен ходить. Все, опоздал, чувак. Опоздали, все. Дай бог вот так опоздать, да летом еще ладно, забурился где-нибудь там в парке, да, до утра, а зимой куда ты пойдешь, в подъезде где-то ночевать только. Так, подожди, я туда иду, нет? Да, все верно. Один экспресс, а второй обыкновенный. Слушай, это не он? Ладно, ждем. Если что, таксисты выручат. Вылет в 5 утра у меня. Сейчас 15 минут первого. Так, движуха, как днем. Здесь, кстати, есть магазин фабрики Крупской. И тут ценник процентов на 30 выше, чем в ленте. Я не знаю, как так получается. Фирменные магазины, цены выше. Вот он нарисовался, как я вовремя. Кондуктор еще есть в первом часу. Он сидит, сейчас подойдет проверять, кто пропикал, а кто нет. Красота, надо будет покататься, потом приеду, сидит там. Снимаю вам вечерний Питер нарядный. Написано внутренние рейсы, вы можете смело заходить. Здесь же международные тоже. Я соскучился по аэропортам. Целый месяц не летал. Сегодня, кстати, ровно месяц, как я вылетел из Хабаровска в Москву. 17 ноября, сегодня 17 декабря. Да. Запах аэропорта. Люблю запахи аэропорта. Еще больше запахи вокзалов, железнодорожных путей, криозота. Ну вот Хургада 5.05 по времени. СМ 912.
Я хочу, если получится, вымутить место возле окошка, чтобы так поснимать. С высоты красиво должно быть. Тем более будем утром прилетать. Красиво должно быть. Рано еще. И тут жарко, пипец, градусов, наверное, 26. Там протопили хорошо аэропорт. На улице тепло еще. Плюсовая стоит температура. Учитесь налегке летать. Багаж 6 килограмм, можно 20 по билету. И здесь 4, меньше 10 килограмм, потому что компьютер оставил дома, он тяжеленный. В общем-то, как-то так. Короче, зашел, переоделся, снял все, что можно с себя. Жарко прям. Все, готов к Египту. Друзья, ну все в порядке. Попросил девушку дать мне место у окна. Она любезно исполнила мое пожелание. Так что буду снимать для вас Египет. Взлет, посадку. Ну, взлет-то нет смысла, наверное, темно. А вот посадка будет интересная. Буду в Хургаде садиться. Эйр Каир. Египетские авиалинии. Хорошо, что машинами не болею. Так бы не было денег летать, отдыхать. Только бы машины менял бы, наверное. Даже такие, не знаю, китайская, что ли? Хончи. Я думал, я буду последний, а тут народу столько еще. Похоже, самолет забит будет. Так, что у нас до 4:40 посадка? А, еще времени полно. Пойти вам аэропорт показать чуть-чуть. Короче, я разделил вещи самые необходимые. Сланцы одни с собой взял, шорты и там, по-моему, пару футболок. Зная арабов, вдруг распотрошат мой багаж, чтобы вообще не остаться без одежды. Такая тема, я думал, это первый этаж, а это, оказывается, третий. Поэтому на второй этаж надо не подниматься, а спускаться. Мы сейчас находимся на третьем. А я еще думаю, что такое? Мы приехали на автобусе, зашли сюда. И где, думаю, второй этаж? Тут крыша. Короче, спросил у чувака, который упаковывает. Он говорит, надо спуститься, будет второй этаж. Так, я пока проходить не буду на посадке. Немножко прогуляюсь с вами. Нифига она мне место дала, 1К. Что, самое первое, что ли? Да не может быть. Первое, это, наверное, там бизнес. Смотрите, 1К место. Посмотрим, что это за место. Да, народу много на наш рейс. Знаете, мне нравится этот аэропорт. Он не такой маленький, как на Дальнем Востоке. Ну, они как бы не маленький аэропорт, ни в Хабаровске, ни в Владивостоке. Но там, мне кажется, народу поменьше, что ли. И не такой огромный, как в Москве. Так уютненько, хорошо здесь. Аккуратно, чисто. Вежливо.
Пойдемте спустимся на второй этаж. Там зал ожидания. Капсульный отель есть. 700 рублей стоит час. Кстати, топят нещадно. Вот две крайности. В Таиланде замерзаешь. Я выбегал на улицу погреться. Потому что просто окоченел в аэропорту. Одел все, что на мне было. Я просто трясся от холода. А здесь просто, знаете, вот дует прям горячий воздух. Я не знаю, градусов под 30, наверное. У вас красиво так, уютно. Ну да, хорошо. 700 рублей час, да? Да. Прям, знаете, прям засмотрелся, как в шатре, да? Красиво, душевно. Тут реально вырубиться делать нефиг, в такой духоте. Еще такая тема, будьте аккуратны, вот здесь вот уже не прослушивается сообщение, то есть вы можете проворонить рейс. Вот там вот если сидишь, слышно, а здесь уже нет, тишина. Ну, видно, так задумано. То есть если будете здесь отдыхать подальше, ставьте будильник, чтобы не проспать на рейс. Видите, они даже пишут. Слушай, здесь вообще горячий воздух. Я не знаю, 30-ка, наверное. Пойдемте дальше гулять. Аэрофлот, кстати, с недавних пор начал вином угощать. Посмотрим, что там на все включено. Какое пойло дают Russian туристам. Здесь красиво, конечно, уютно. Но ценник не то что кусается, загрызть может. Можно в Пекине прилечь, а можно в Нью-Йорке или в Москве. Давайте еще на один этаж спустимся. Миша уже засыпает. Я пошел наоборот, да? Думаю, чего я не спускаюсь. А давай пройдем наоборот, пофигу. Мозги сломаем ему, видите, он остановился. Ну, видно, в плане безопасности, да, если вот так наоборот идешь, он останавливается просто, а этот идет вниз. Видите, тормознулся. Все, а сейчас опять пошел. Самый нижний этаж, тут парковка уже, такси, автобусы. Так интересно, автобус в аэропорт, который вот идет с метро Московская 39, он, кстати, ходит до полтора. Он приходит аж на третий уровень, на третий этаж. Так, вот здесь прибытие. Меня это с толку сбило, что вроде как мы приехали, да? А мне чувак говорит, спускайся вниз на второй этаж. Я говорю, как спускаться, мы же на первом этапе. Не-не, говорит, мы на третьем. Вот Хургада.
еще целый час можно гулять. Но я не буду, конечно, час гулять. Мне надо пойти паспортный контроль пройти. Так что сейчас пойдем уже. Лучше там покрутиться в duty free. Побрызгаться чем-нибудь вкусненьким. Ну, вот такой вот аэропорт. Аккуратный, красивый. Пулково. Мне очень нравится здесь. Нет такой суеты, как в Москве. Где-то я ее видел. Там банкоматы в конце. Ну, как обычно все. В общем-то, отправление наверх идти. Пойдемте здесь поднимемся для разнообразия. Кстати, хотел сказать, сейчас на регистрации вижу египтянка, которая реально летела на рейсе, когда мы летели в Хургаду. Первый раз я был в феврале, в начале февраля 2022 года. Я вижу, она стоит та же самая стюардесса, реально, почти что 2 года прошло, египтянка. Ладно, друзья, будем двигаться, проходить паспортный контроль и попозже выйду на связь. Елочка вам нравится? Когда освещенная, еще красивее, наверное, будет. Интересно, ее врубают, нет, когда-нибудь? Да нет, наверное, тут же свет не гаснет в аэропорту. Такая бумага плотная, красиво. Друзья, легко и просто прошел границу, попрощался с родиной и с любимым Петербургом на 7 дней. 6 ночей. Все очень легко, просто. Приятный город. Люди приятные здесь живут. О, какие ароматы. Сейчас я выберу себе что-нибудь в дорогу. Во Владике, я помню, пользовался Армани. Фреш мне нравился. Такой синий-голубой флакон. Офигеть, тут воды туалетной. Унюхаться. Да, когда заходишь, там такие запахи. Все брызгаются, все когда вкусно пахнут. Не могу я свою любимую найти. Кстати, скидки неплохие. Сейчас покажу. О, по 24, по 29 евро. Вот вообще полцены. Такая цена дешевая, 3000 всего. Вот водичка неплохая, похожа на опиум. Когда-то мне нравилась такая туалетка. Что-то такие конские скидки, непонятно почему. Вообще 20 евро. Офигеть, сплошной перфюм. Давно такого не видел.
душевный город Санкт-Петербург. А вот и Дольче Вита, хотел сказать, Дольче Габбана. Тот самый Египет, куда мы с вами летим. Здесь ценник уже серьезный, 300 евриков, тридцаточка, так это еще по акции, да? Пахнет липой, цветки липы, хотя пишут вайолет, фиалка, по мне так запах липы. Фиалка, рис, ваниль, мускус. Нифига, пахнет липой. Окружение такой красоты, можно про все забыть на свете. Джулия не даст соврать. Все такая же, Pretty Woman. Красотка. Pretty Woman. Ладно, короче, пошли. Сплошные ароматы. А на море, вот вообще в тропиках, в Египте не помню как, а в тропиках не чувствуется парфюм. А в Вьетнаме, в Таиланде там вообще не чувствуется, потому что запахи густые, тропические. Девчонки, реально вам рекомендую этот дютик. Я просто вообще в восторге. Вам тут понравится. Вот такая игра слов. Wait a minute. Wait a minute. Обожди минутку, да, здесь wait a minute. Ну, красиво, красиво здесь. Я как-то раз летел из Пулково, но я никогда не летел за рубеж. Первый раз лечу за границу из Пулково. Очень душевно здесь. От такой красоты голова закружилась, от таких ароматов и от привкушения красивого моря. Очки я купил, буду снимать под водой рыбок, надеюсь, не акул. Да, везде женщины, даже в мужских туалетах. Мне даже кажется, я в Питере посвежел, что ли. Нифига нам дорожку подсветили как. Просто что были-то в Египет. Ну и заодно к Новому году. Уже посадка идет. Проверим, что это за место такое, 1К. Сень, повернись, дедушка.